picking up a distress signal. Any signs of life? Nothing. Let's go in for a closer look. The signals are coming from beyond these doors. Looks like some sort of probe. Careful, Axel. Signals are getting stronger. Axel, the doors! For my game. Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Сегодня мы с вами поиграем в игрушечку под названием Grid Run, еще она называется Grid Runner, не знаю, тут у меня так получается. Давай немножко я... Или не буду, ладно, ничего убавлять. Туториал, вон, окей. Игрушка типа изометрического топ-даун экшена какого-то там 2000 года вроде, или какого там. Не помню. Вот это серьезно, уже не помню. В общем, ладно, давайте посмотрим на нее, просто поиграем, и что тут она нам расскажет. В общем, по сказке, по заставочке, я так понял, мы прилетели куда-то на какой-то корабль, нас какая-то бабеха стыбзила для каких-то игр своих там, шаловливых, блядь. One player start, два player enter password, exit. Ну давай one player start, в чем проблема, я-то один. Так, имя Крош, Крош планета Солярия. Это медленный и тупой андроид, короче, должен быть побит очень просто. Чё? Warping to Solaria. В Солярии. Оба! Тихо! Чё делать? Так, я уже играю, да? Так, твой оппонент захватил первый флаг. Ты теперь айтишник. Я айтишник? Indicated by the X. Хорошо. Floating about your head. Над твоей головой. Press start. Так, когда ты айтишник, ты не можешь захватывать флаги. Хорошо. Блять! Дотронься от своего оппонента, чтобы сделать ему его или ее айтишником. Да? Где тут оппонент? Оппонент, здорово. Что за время? А ну иди сюда, айтишник. Ты теперь не айтишник. Захватывай флаги. Они будут принимать твой цвет, когда ты их захватываешь. Флаги, вот флаг вижу. Чё? Типа платформер такой или что такое? Я выиграл, прикинь. Ха! Охереть. Так, и что дальше теперь? Опять то же самое? Так, красный бар на левой стороне экрана. Ага, это у нас что-то магия. Уровень магии. Чем больше магии ты умеешь, тем больше кастовать ты можешь заклинаний. Магия, point, slowly, glove. Короче, они... Бляха-муха, они вообще респаунятся по чуть-чуть. Чтобы узнать, какая кнопка активирует какую магию, не двигайся и держи какую-то кнопку. Hold down the button. Воу! Я чуть не упал. Эй, айтишник! На тебе будешь ты айтишник. Какую кнопку держать?
И стреляй своим оружием, чтобы замедлить своих оппонентов и элиминировать песцов. Здорово, чувак. Ой, а он там что-то... Эй! А, я выиграл уже. Я думал, уже зависло. Ой! А... Ух ты, нихера себе, блядь. Ты видал, что придумали? Ты куда, сучка? А, стой. А что это за такое, за время или что такое? Здорово! Что за время? Зеленые. Что зеленые означает? Оп. Ага, есть один флаг. Так, а я, короче, айтишник. Ой, я не айтишник, нет. Значит, мне нормально все, да? А... Ай, блядь! Он со меня айтишника, сука, сделал. Ты падла такая. Ай! Да я тебя сейчас за айтишу. Ах ты, сучка! Ай, беги, беги, беги! Воу, я выиграл, прикинь, вот это вот так-то было прикольно. Уровень completed. Мы завершили какой-то уровень. А там видели в начале, когда заставочка была, там Virgin что-то было написано in Entertainment, а что там? Короче, 25 секунд. Чего? 25 секунд. Скорость — это у нас зеленый, магия — красный, агилка — синий. И чё? От девственника Entertainment игра. Ой, а что делать? Бля, тут... А, тут еще и время есть. А где айтишник? Или что делать? А, это какой-то бонус уровень, что ли? Да я знаю, бегу. А нахера я все это набираю? А? И что? Ты чё упал? Ты чё упал? Я что, проиграл? А, тут еще и прокачка. Я нихрена ж себе. Прикинь, охереть. Вот додумались. Ух ты, тут еще, смотри. Можно за это записать код. Вот это классно. Так, кто ты такой? Минокс. Планета Нимбус. Быстрый. Очень быстро бегает, да? Перемещаемся в Нимбус. Так, уже... Ёй, блядь! Уже игра, да? Так, стой, он быстро бегает, да? Так, надо вот это вот все собирать. Подожди, подожди, пока он там за мной бегает, пускай он побегает. Блин, это ускоритель, я чуть не сирянул. Что за хрень? Сколько тут флагов? 5? Это прикольная игрушка, как Capture the Flag. Так, 4, стой, еще один флаг остался. Давай я сначала... Где этот бегающий пес? Я просто пособираю всякую хрень. Вот. Они что, респаунятся? А где он, интересно? Мне не видно. Бляха. Ай, тут время вот еще было. Ну ладно, я выиграл. А что он там, он у меня слева, снизу, желтые какие-то, черные. Побежали. Хорош. Тут главное первым стартануть. Красные, 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 красные. Время, 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 время. Ха. Флаг. 5 флагов. Один еще остался. А что за стрелочка показывает на меня? Или это где противник находится? Да вон он где-то бегает там. Ай-ай-ай. Ой-ой-ой, он за меня питается, меня питается завоить. Ой, они респаунятся, смотри. А, так это магия, нахер нам не надо. Чё это? А чё, если... Так, айтишник бежит. Валим от айтишника. Ой, я, кажется, в тупик забежал.
Так, нет, где один флаг еще? Вот. Есть! Я выиграл! Так, куда? Воу! Блин, флага не вижу, прикинь. Ой, а он забрал флаг один уже. Уже два забрал. Где ты, айтишник? Ага, здорово. О, спасибо за мостик. Ты провтыкал, и все, беги. Вот это вот собираем, это нам пригодится на бонус раунд. Тихо. Так, раз. Вау, ты куда? Он там что-то мосты строит, смотри. Нихера летает. Надо осторожно. А нахера я это сделал? Ладно. Так, что там еще? Три флага, нифига себе, 6 штук, прям ты че? А что за красный флаг? 2. Ой, я что-то скорость сделал какую-то. Треугольник, скорость какая-то. Может, тоже магия? Я еще квадратики нолик не пробовал, что за хрень? Ну, X это мост. Еще один флаг. А где этот? Шмаляля. Да куда ты меня это? Тут прыгать можно как-то? Бля, что сделал? Бляха, я какую-то херню сделал. На нолик, то ли... Блять! Ты откуда? Спасибо за мост. Там на нолик что-то, то ли не понял, что что-то положил какую-то эту хрень. О, все, стейдж комплит. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А, не все собрал, прикинь. 55 секунд у меня есть, чтобы все собрать. Побежали. Ой-ой-ой. В смысле? Ебаха! Ой, вот это весело вообще, блядь. Это надо узнавать. Блядь, не туда. Вот сюда. Да вот сюда же, ну. Ладно, давай сюда. Ни хрена придумали. Ха-ха, прикольно. Воу-в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 оу. Это так надо на каждое попадать? Ладно, давай самую крайнюю возьмем. Там беги давай. А все, там уже нету. Там вроде уже нету ни одной. Тут где-то еще должна одна быть. Ай, одну не взял, прикинь, не успею. Вот тут где-то была одна. А что ты падаешь, что не все собрал? Ну ничего страшного, что я ничего все собрал. Что ты такой прям... Тра-та-та-та-та-та-та. Одну не собрал, зелененькую, да. А то все собрал. А что оно значит? Агилити это... Агилити это что такое? Это... Ну типа выносливость. Воу! Летупер. Летутер. Circle. Он быстрый и... Аутлетический. Короче, надо сюзать скорость. А скорость у нас что? Это треугольник. Ой, блядь. Телепорты есть уже. Где флаг? Блядь, я айтишник. Надо, блядь, айтишника сбить. Ой-ой-ой, это ты что, я его не догоню. Где он там? Слышь, айтишник. Хорош мосты тут наводить. А что это за хрень? Ай! Так-то больно. Ты сюда? А я туда. Ха-ха! Вот так. Так, собираем время. Музычка! Ай! Ты слышишь? Мосты тут строишь. Я тебя сейчас построю. Где тут эти флаги сраные? Давай, штучка, пролетай. Так, ты куда? Нет! Ха-ха, хорошо, что он дурак. Взял мост, построил. Так. Подожди, а нахера я это собираю все? Вот эти вот зеленые штуки. Они все равно же мне ничего не дают, правильно? Они мне дают только тогда, когда я на бонус уровнях вот там прохожу. А так-то мне зачем? Опа!
айтишник, здорово. Вот это мне надо просто время собирать и все. Он там что-то быстро бегает прям вообще. Ага. Мне просто флаги надо собирать и время вот это собирать и все. Вот. Ай, блядь, куда ты? Куда ты меня? Так, где еще время есть? Вот время еще есть. Так, стой, айтишник куда-то бежит. Ах ты падла. Быстро, скорость. Щик. Опа. Воу, тихо, чуть в тупик не забежал, блядь. Ты нихера себе. Ай. Так, побежали от айтишника нахер. Он что-то больно жесткий. Скорость. Время. Хорош. Есть еще где? Музычка. Не подставляй. Да, он фак тычет ему. Наверное, нет. Так. Куда? Флаг вижу. Давай быстрей. Блять, я тут надо мост под... Бляха! Он айтишником меня сделал, сучка. Где ты? Ой-ой-ой-ой. Айтишник! Уйди нахер. Ой! Ай! Сучка, ты где? Ну-ка, стой! Так вот. Ага, сюда. Валим. Эх ты, сука. Я тебя сейчас все равно достану. Ты меня не выяпонивайся, слышь? Это флаг мой. Ай, сука. Ага. Бежишь, падла. Наебали. Наебали. Тихо. Тихо, блядь. Он, сука, за мной. Так, а, там, блин. А мост-то он не все время ж. Ай. Где он? Блять, что происходит? Я не понял. А, это он меня, короче, жухнул, да? Строй быстрее! Ай! Нихера ты бегаешь. А я-то тоже умею быстро бегать. Стоять. Так, куда? Вот красный флаг, прикинь. Есть, я выиграл. А вот это вот так и посложнее уже, чувачок. Такой, он быстро летает, стреляет, падла, скакает. Да тут еще эти телепорты сраные. Ну тут я времени, наверное, половинку только собрал. А нет, смотри, почти все. 55 секунд. А тут еще и разные эти суперзадания. Не суперзадания, как они называются. Так, побежали. Так, зеленый. Ой, какая здоровая территория, вы че? Я же не успею. Ты долго так будешь бежать? Ой, нихера себе. Оп, все, да. Так, подожди, 30 секунд. А сколько я собрал хотя бы? Пишите мне, нет? Или надо было бегать по вот этим вот херням? Скорее всего, по вот этим надо было бегать. Да, надо было как-то... А нельзя уже, все, хана. Он бегает уже. Пока не остановится. А я там, он еще не собрал много. Там надо было как-то, я хрен его знает как. Надо было сначала, наверное, снизу пойти, чтобы он вот так по горизонтали прошел вот так, а потом он типа по вертикали. Ну, тут я хреново собрал. Ну, мне, в принципе, магия не надо. Ну, нет, еще смотри, нормально. А гилка мне надо и скорость. В принципе, все. Больше мне ничего не надо. Континуэ!
Кравкен. С крабом каким-то. By weapons. Он, короче, медленный, но он охерительно стреляет с оружия. Аквариум. Мой! Ха-ха! Чувак, ты теперь айтишник. А, подожди, это же я магию собираю. Скорость там всякая фигня. Я понял. Да как ты... Как ты в меня попала-то? Слышь! Ай! Я знаю, что ты очень мануфактурный чувак! Беги! Летит! Нет, не летит. Так, три... блять! А у меня жизни какие-нибудь есть? Или нету? Ну, оно, в принципе, замедляет, я так понял, и все. Да, блин, гребаные эти вот летучки. Ага, тут он мне флаг мой стыбзил. Давай мостик дальше. Ой, а тут ничего нету. Нихера у него двойной вы... блять! А откуда ты знал, что я там мост поставлю, сука? Ты видал? Такой уже бежит туда. Я еще не поставил мост, а он уже бежит, падла. Какая тварь. Такой знает, что я сейчас мост поставлю, такой уже наперерез мне херачит. Ты смотри какой. Где флаг? Вот флаг. Ай, блин. Он меня сделал айтишником, нихера, чувак. Ты будешь, блядь, айтишником. На нахер. Ха. Оу! Охереть. Ой, эта минка за мной гоняется. Падла! Сука. Блин, тут эти мосты надо строить. Везде прям. Бегаешь, тупо мосты строишь. Оп, ай. Где ты? Ты сюда, а я сюда. Ты сюда, а я сюда. Мудак. Ай, да возьми ж ты, блядь! Айтишник близко! Нельзя. Ква. 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 Ух ты, такой меткий, блин. Так, это у нас скорость. Ай. Ах ты, сука. Так, он бежит назад. Куда ты? На, ты, слышишь, ты ко мне. Хотел. Ай, подлец. Ага. На, сука! Блядь, раздолблю! Тварь! А, сука! Так и сделал с меня. Блядь, а он телепортируется, что ли? Не пойму. Да уйди ты нахер. Хо. Блин, тут до хера флагов надо. Что-то прям жестко так телепортится. Так, флаг. Оп. Ой! Стой, айтишник бежит! Ой-ой-ой, Техас, время. Так, где флаги там-то? Так, стой, он как-то тут... Ах ты, падла! Нихера. О, а там что-то желтенькое. Подожди, как к нему попасть? Вы что, издеваетесь? А ну-ка иди отсюда. Ай, что? А, блядь, ай, ну блин, там желтенькое, я забыл флаги, что мне. Хотел взять. Не. Блять, ты, сучка, первый, что ли? Как так-то? А как он телепортится? Где ты? Где ты, краб? Стой, краб. Ой. Что, что за... Ай, да, блин, хорош меня бей! Бей, чё ты стоишь? Я ему бегу, а он, короче, стоит. Ой-ой-ой, тут я, короче, закрыт. А,
Ага, успел. А что за херня такая была? Желтенькая какая-то. Может, жизни какие? Ой, а что так мало флагов-то? На! Прикольная игрушка, если честно. Ну так на один разок пойдет. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ага, хереново. Хи-хереново я собрал. Так, опять какое-то неуразумительное херню. Да, короче, надо вот так по этим летать-то и все. А куда дальше? Я же не вижу нихера. А как мне вот тут собрать? Или просто вот так? Так нет, это так-то долго. Подожди, а там как собрать? Вот тут. Не успел. А как тут собрать? Тут же нету пробежалки. Или тут надо было так бегать? Так, тут все собрал, смотри. Надо красную, на одну не собрал, да. И синенькие, чё? Не, синяя, да, в натуре одну красненькую не собрал, прикинь. Зараза такая, тяню. Да хотя магия, нахер она надо, я вообще не пользуюсь. Опа, едьте! Не, кола глача какая-то. О, здорово, мамонт. Он не очень быстрый, но он маневрирует на льду. Мы что, на льду будем сейчас? Ё-моё. И меня сейчас будет носить как жопу. Ох, нихера себе. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А где флаг? Бляха. Нифига тут носит. Надо лыжи. Где айтишник? Здорово, айтишник. О, блядь. Тихо-тихо, он меня сейчас тут зажмет. Блин, а это так жестко. Меня носит на этом очень сильно. У меня, дайте, я не знаю, коньки что ли. Что-нибудь такое. Что-нибудь такое. Так, надо валить от него. Куда-нибудь. Чё это? А чё это такое? Какой-то генератор. Оу! Ах ты айтишник гребаный, ну-ка иди сюда. Подожди, один флаг остался. Ай, блин. У него еще и двойной выстрел, прикинь. А там я могу пройти, правильно? Ау, ты куда? Да, че, почему ты не идешь? Там яма, что ли? Его носит как жопу. Что вот это такое? Хочу туда. Ой, это просто жопц. Вы чё, это нереально так поэтому по льду херачить. Куда? У него еще преимущество есть. Он же-то так не херячится. А я так и знал. А, где ты? Блять, да бегишь ты, ёб твою мать, не можешь попасть в дырочку. Он уже все флаги соберет сейчас. Ну-ка, чувак, стоять. Да похер вообще. Ой, а он с этой стороны. Ай-ай-ай-ай-ай, беги, блядь, скорость. Хотя мне эта скорость до жопы, потому что... потому что он дурак, он скользит сильно. Тю-уиу, тю-уиу. Где он? Ага, так это тут можно создавать всякие эти штучки, да? Вот так будет по кругу попроще, чем заворачивать как-то за углы эти сраные. Да и дурак, короче, иди нахер. Один флаг остался. Вон вижу один флаг, это мой. Где-то вот тут должен быть по-любому. Ай, вон флаг был. А чё я не могу создавать мостик? Или мне надо остановиться? Еее. Ну это трудная очень хернёшка. Воу! А кто айтишник? А, еще никто. Да отвали ты, блядь!
ты сука. Сейчас мы будем с ним тут на одной территории херачиться по полдня. Ай, сука! Нихера себе. А там что еще? Беги давай. А чё там? Он как-то там так тупит, прям жестко. Опс. Серьезно? Вот тут. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Аж два флага сразу взял. А там еще что-то бегало или летало, я не пойму. Вот это что такое? Воу! Эй! А ты хер ли меня отталкиваешь? А, да почему ж ты не взял этот флаг, дурак? Почему ты не взял флаг? Я прям по нему тогда проехался. Ай, сучка. Беги, блядь, да туда беги давай. Вот так вот. Вот ты гребаный пидорас. Ля-ля-ля-ля-ля. Сука. А что тут за две ж... О, стейдж комплит. Херово 40 секунд, я знаю. Ну тут уже просто бегать, да. Оу! Блять, еще и по льду, ты представляешь? Ну, нельзя ничего было посложнее придумать, блять, как на льду кататься. Красные не собираем, они нам нахер не нужны. Привет, красный. А с виду вроде не скажешь, что тут лед. Ай, красный, нахер мне красный. Я только времени столько потерял. Да беги ты давай уже. Ай, красный, иди нахер. Магеть, а я ей все равно не пользуюсь. Ой, не, подожди, это на ту сторону телепорт, правильно? Давай, 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 рули. Время. А так что там еще? Красные остались, да? Синенькая осталась. Красненькая осталась. Тут так только красные остались, вроде. А, вон еще зелененькая по центру, ты видал? А я-то не видал. А можно строить мост? Нельзя. У нас тут где-то красный один остался или пару штук. Где-то вот тут внизу. И все. Еще один там. А, и синенькую провтыкал, прикинь. А, ну ладно. Рада, да, 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 да. Все, короче, ребятушки, давайте закончим на этом. Уже 35 минут записываю одну игру. Вот такая вот игра в стиле, не знаю в каком стиле. Но прикольная вроде такая. На один разочек хватит пройти. От какого-то девственника продакшн, так что сойдет. Класс, не, что мне понравилось, в принципе, прикольно, такая экшеновская. Дальше, я так понял, будет сложнее, 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 но... Это уже как бы не то пальто. Все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Ссылки на плейлисты будут в описании там под видео. Смотрите, комментируйте. И всем до встречи в следующих играх, посмотрелочках и просто прохождалочках. И всем пока-пока.